Всем привет! Это Сарафан, яркие новости. И сегодня мы находимся в концерт-холле Сады Победы на финале конкурса «Миссис Европа 2013». Ну что, идем посмотрим? Специалист по конкурсам красоты. Что ты можешь сказать по поводу сегодняшнего конкурса? Я могу сказать, что это очень интересно, что в нашу страну приехали не мисс, а миссис со всего мира. Мне кажется, это очень знаково, потому что наш город очень достоин того, чтобы принять красавиц со всего мира, при том состоявшихся, которые уже замужем, имеют детей и могут по праву понимать то, что есть настоящая красота, потому что настоящая красота – это не только внешность, это и внутренние качества также в основном. Очень хорошая организация, Леночка, конечно, молодец. И участницы довольно-таки достойные, все очень хорошо себя показали. Ну, мне понравилось. Thank you.
Победительница выбрана. Корона «Миссис Европа 2013» отправляется в Россию. А с вами был Сарафан «Яркие новости». До скорых встреч!